Еще 300 генераторов для обесточенного Крыма. В республику сегодня вылетел самолет МЧС с очередной партией. Для ее использования понадобятся новые объемы горючего. Сегодня к утру топливом были обеспечены все автозаправочные станции полуострова. Создается 20-дневный запас, и цены на топливо будут заморожены. Об этом договорились местные власти и участники рынка нефтепродуктов. Любые факты спекуляции будут жестко пресекаться. А тех, кто решил нажиться на временных трудностях, ждет вплоть до уголовного наказания, пообещал глава региона Сергей Аксенов.